Детеныш редкого суматранского тигра дебютирует в зоопарке в Риме. Самка по кличке Кала родилась в начале декабря. Первые 3 месяца жизни провела в изолированном от публики вольере. Вместе с ней находились родители. Маму тигренка зовут Тила, папу – Касих. Имя детеныша составлено из 2 слогов, взятых из кличек родителей. Тиле уже 13 лет, она приехала сюда из Англии. Касих на 3 года младше. Он родился в зоопарке во Франции. В дикой природе осталось всего 500 суматранских тигров. Они живут на Суматре. От собратьев других подвидов отличаются меньшим размером, более ярким окрасом и зелеными глазами. Рождение тигренка – очень важное событие, а наша взрослая самка продемонстрировала прекрасное материнское поведение. Она просто великолепна, мы очень довольны. Тигрята обычно питаются материнским молоком до полугода. Кала уже начала есть кусочки мяса. Она здоровая, подвижная, любознательная. Играет днями напролет, и одна, и с мамой, и даже с папой. Тигренка взвешивают раз в неделю и внимательно наблюдают за его развитием. В мире осталось 6 подвидов тигра – амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, китайский и суматранский. Амурский самый большой не только среди тигров, но и среди всех кошачьих в целом.